Привет! Эта история начинается с того, что мы вместе с моим классом решили поехать на отдых. Но наше путешествие внезапно оборвалось. Где это я? Воды наглотался. Крабы? Вот это я понимаю, съездили в Турцию. Какого черта произошло? Где я вообще? Что... Нет, только не это. Я, конечно, смотрел всякие фильмы про необитаемый остров и все такое, но я и не думал, что... Я сам окажусь в такой ситуации. Неужели из всего нашего класса я один остался в живых? Где все? Привет, крабик. Я надеюсь, ты добрый и не будешь меня бить. Стоп, ничего не помню. Точно, самолет же разбился и упал в море. Вот он, кусок самолета, в котором я... Это кусок самолета, из которого я и выплыл. Как болит голова, ничего не помню. Вот он, этот кусок самолета. Я помню, как я здесь очнулся. Что это? Это был человек! Это был труп человека! Значит, не все выжили. Это же Андрей! Андрей! Мой одноклассник! Нет, он мертв! Он мертв! Господи, ну что-то было с тобой. Рюкзак. Вот мне пригодится. Как я понимаю, это лишь кусок самолета. Значит, где-то неподалеку должен быть другой кусок самолета. Перед падением самолета я пошел в туалет, а он как раз-таки находится в носовой части самолета. Стоп, в носовой части самолета должны быть еще и пилоты, летчики. Да, точно! Андрей, господи, не буду на это смотреть. Кто-нибудь здесь есть? Это кабина пилота. Вот и пилот. Стоп, ладно, все заберу. Да, только не умереть бы сейчас, не задохнуться. Больше не пойду туда, ну нафиг. Я точно помню, перед падением самолета капитан корабля говорил, что... До пункта назначения осталось еще 3 часа лету. Значит, мы еще нифига не долетели до Турции. А где мы вообще находимся? Что это такое? Ладно, давайте посмотрим, что было в рюкзаке у Андрея. Учебник по биологии, стопка бумаг... Nintendo Switch. Учебник геометрии, щетка и расческа, тетрадка, шашки... Ладно, сложу это обратно и, пожалуй, надену этот рюкзак на себя. Я уже проголодался и хочу пить, а это морская вода. Ее вообще можно пить, интересно? Воу. Нет, видимо, нельзя было ее пить. Ай-яй-яй, как неприятно-то. Почему у пилота в карманах только сигареты, зажигалка и аптечка первой помощи? Нафиг мне эти сигареты? Они мне явно не помогут выжить на необитаемом острове. Ладно. Главное не паниковать. Господи, это что еще такое? Это носорог плавает? Господи, какие странные чудовища. Попробую подобывать немножечко листвы. Может быть... Опа, палочка. В каких-то учебниках по выживанию я видел, что можно соединить палку с камнем и получится что-то по типу ножика. Мне бы сейчас ножик очень даже пригодился. Но где взять камень? Может быть, из гравия? Отсюда явно дал... О! Кусочек камушка! Только это слишком большой кусочек камушка. Надо этот кусочек камушка бабахнуть об что-нибудь более твердое. Вот, например, об песчаник. О! Осколок кремня! Ну, хоть что-то хорошее сегодня произошло. Так, давайте попробуем из этого кремня сделать кремниевый нож. Вот это уже неплохо. Теперь, если на меня кто-то нападет, я смогу хотя бы обороняться. Ладно, пособираю еще палочек, может пригодятся. Чтоб развести костер, а то если наступит ночь, я замерзну здесь нафиг. Какой огромный остров. Я никогда в жизни такого большого острова не видел. Блин, а что мои мама с папой подумают? У меня ни телефона, ничего, чтобы им позвонить и сказать, что я на необитаемом острове. Ладно, я уверен, что если я найду нашу учительницу, которая с нами летела, или моих одноклассников, они по-любому уже позвонили спасателям, и они уже едут. Нужно только их найти. Блин, уже начинает темнеть. Я все больше хочу кушать и все больше хочу пить. Какие-то попугаи летают. А я до сих пор ничего не наш... Что это такое? Какой-то факел? Что это? Это точно дело рук человека! Не могла же обезьяна прийти и поставить здесь факел. А это что такое? Какая-то... Чё... Я не понимаю... Что за хрень? Алло, выпустите меня отсюда! Это была какая-то ловушка! Эй, выпустите меня отсюда! Выпустите меня!
отсюда! Кто-нибудь! Я здесь, в яме! Помогите! Это ворон, сорока, кто это? Кто-нибудь, помогите мне хоть кто-нибудь! У меня сейчас здесь птицы! Жека? Это ты? Лёха? А ты-то что здесь делаешь? Лёха, а ну выпусти меня отсюда! Ты твоих рук дело! Да я хотел тут себе еду поймать, лисицу, да и вместо нее ты провалился, дурак! Лёха, блин, ты не представляешь, как я рад, что я встретил тебя! Я думал, я тут один, живой! Ну, пожалуйста, вытащи меня уже отсюда! Сделай что-нибудь! А как вытаскивать, я не придумал! Ну, сделай хоть что-нибудь, я не знаю, там, веревку какую-нибудь найди, ну, или, ну, землю копай, я откуда знаю? Ладно, ладно, сейчас что-нибудь придумаю! Давай, давай, тащи меня, ну, тащу, тащу, не рыпайся! Давай, 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 чуть-чуть осталось! Ты тяжелый-то какой! Че, вылез? Все нормально? Да вроде, блин. Спасибо, Леха. Пойдем за мной. Иду, иду, я иду. Че это? Там слон у тебя на пещере. Ладно, ладно, я захожу, захожу. Фух, нифига себе. Я тут собрал дров на костер, но ни еды, ни воды нету. Лёха, ты уже большой молодец, ты сделал костер. Я видел, на пляжу там ползают крабы. Если мы туда отправимся, мы сможем их, в принципе, убить. Ура, давай, а чем я их убивать-то буду? Рукой? Лёха, это я тоже продумал. Держи себе кремниевый нож. Прикинь, как вот ты читал учебники по выживанию. Я камень соединил с палкой, и у меня получился ножик. Пошли, короче, кого-нибудь убьём. Нифига, ты сумочку спёр откуда-то. Пошли, пошли, пошли. Давай, 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 быстрее, пока совсем не стемнело и не вышли наружу какие-нибудь, я не знаю, там, оборотни, вампиры. Ну, знаешь, короче, я не хочу здесь ночью выживать. Пошли, пошли, пошли. Так, смотри, смотри, вот эти крабы. Я, правда, не знаю, будут ли они на нас нападать. Давай за дело, я ел в последний раз в самолете. И то не наелся, там гречку дали, а я ее не люблю. Какой привередливый, я бы сейчас хоть гречку, хоть не гречку. Ладно, хорошо, готов. Я не знаю, правда, как этих крабов нужно убивать, может, они будут кусаться. Ну, давай ты попробуй, а я там уже посмотрю. Слушай, так они... Нет, они кусаются, Лёха, погоди, аккуратно, 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 бей их, мочи. Чё, чё, убил? Чё это такое, чё это? Нога. Реально, так, короче... Эти ноги мы и будем с тобой жрать. Давай быстрее, там уже солнце садится. Давай убьем всех этих крабов и пойдем покушаем их ножки. Конечно, не самый питательный ужин, обед или завтрак. Но хоть что-то, это лучше, чем ничего. Давай, Леха, убьем всех крабов, которые здесь только есть. На тебе, краб, на тебе, мистер краб вонючий. На тебе. Фух, ну неплохо, целых 5 крабьих в ног. Что это такое? Слушай, это тоже можно, наверное, убить. Давай убьем. Кто это? Да, не знаю, пеликан какой-то... Тут, может, зарежем его? А вдруг укусит? Слушай, блин, ты, мы с тобой разбились на самолете. Ты вообще чего-то еще боишься? А тут какой-то пеликан. Сейчас я его... На тебе. Давай, давай, мочи его, мочи. Куда ты пошел? Помогай мне. О, убил. Что это, KFC? Ага, KFC на необитаемом острове, конечно. Все, давай, зажигай свой костер, будем жарить еду. Так это... Я не умею. Блин. Слушай, так у меня же зажигалка есть. Откуда она у тебя? Потом расскажу, и неважно. Как-нибудь аккуратненько. Оп, получилось, смотри, Леха. Я твоей маме расскажу, что у тебя зажигалка. Мы на необитаемом острове, Леха, какая мама? Я еще один костер сделал. Ну так давай ставь его, я его тоже подожгу. Я вообще мастер по поджиганию костров, если ты не знал. Давай, давай, давай. Оп, так. Да ну ты куда его поставил? Мы что, через него прыгать, что ли, будем? Давай нормальное место. Ой, ладно, 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 ладно. Все, поджигаю. Оп. Ура, теперь... Слушай, это прям уютный домик у нас с тобой получился. Теперь давай пожарим эти крабьи ноги. Оп. Смотри, 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 жарится, жарится. О, это, ну это мое было. Леха, отдай. Отдай мою... О, все, давай, 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 жарь свою. Вот, вот, на тебе твою курочку из KFC. Жарь ее. Ой, я пока пожру крабьи ноги. Никогда не думал, что крабьи ноги будут такие вкусные. Гречка была вкуснее. Это не соленое и противное вообще. На необитаемом острове никакой гречки у нас точно не будет. Лёха, ты мне лучше расскажи, как ты сюда попал-то вообще? Да я сидел около аварийного выхода. Когда мы начали падать, мне стюардесса открыла выход. Вот я и спрыгнул, и очутился в океане. Нифига ты, блин, прыгун, конечно. А ты-то как тут оказался? Да нас начало трясти, я пошел в туалет. И потом как все загромыхало, загромыхало, и бах, и я тоже очутился в океане, выплыл и увидел носовую часть самолета. А, и кто там был? Там все умерли? Да, я решил потом обратно туда заплыть и увидел там мертвого пилота и Андрюху. Андрей, который Петров!
Да-да, именно он. Слушай, ну не может же быть так, что мы летели, нас было сколько там, 25 человек? Вообще-то 27. Ну, неважно, 27. А я видел только пилота, Андрюху и тебя. А мы не видели еще остальные части самолета. Я видел только носовую часть, ты вообще выпрыгнул из самолета. Значит, где-то на этом острове должны быть еще оставшиеся наши одноклассники. Все, утром идем искать других. Сраный костер. Леха, мы должны сделать это. Мы должны найти наших одноклассников. Я надеюсь, что кто-то еще остался в живых. А у тебя случайно никого там этого телефона, там рации нету? Нет? Тогда мы здесь явно надолго задержимся. Ладно, все, давай. Нужно немножечко отоспаться, а то нам завтра нужно будет много сил. Все, давай. Спокойной ночи. Проснись! Я что-то видел! Проснись быстрее! Что? Куда? Ну хорошо, пошли. Что там? Там какая-то железная штуковина! Какая железная штуковина? Ладно, хорошо. Я готов бежать. Подожди, а мы там все забрали, что нужно? Хоть позавтракаю крабьей ногой. Нет времени! Побежали! Ладно, хорошо, Леха, я бегу за тобой. Блин, ты осторожно, тут какой-нибудь крокодил выскочит, и все. Я видел, там всякие носороги ходили. Леха, да блин, что ты, мне кажется, какую-то ты фигню говоришь. Долго нам еще бежать? Мы уже 200 метров пробежали. Почти прибежали! Быстрее! Так, ладно, хорошо, ну нам же хоть что-то нужно собирать, мы же на необитаемом острове, нам нельзя просто так терять время. Во! Видел это? Подожди, Леха. Ты просто лучший, Леха, это же самолет, быстрее побежали туда, ну что ж ты медлишь-то, давай, скорее, давай. Я надеюсь, там кто-то еще остался, там огромный кусок самолета, давай, Леха, потик на жажду, это абсолютно... Неважно, это что такое? Тут кто-нибудь есть? Здесь, походу, никого нету. Они все погибли. Сейчас мы тоже помрем, там змея! Да какая змея? Ты о чем вообще говоришь? У тебя уже все глюки, галлюцинации. Какая, где? Ядрёна кочерышка, это что такое? Не-не-не-не, Лёха, нам туда точно не нужно. Я понимаю, что змея, я понимаю, все, пошли отсюда. Чё ты сел-то? Пошли искать всех! Лёха, это все бессмысленно. Ты понимаешь, все погибли, никого не осталось живых. Мы тут с собой вдвоем точно не выживем. Нет, не могли они все умереть. Их нет в самолете, значит, они все еще живы. Ой, Лёха, ну раз ты такой умный, хорошо, скажи, где они? Ты не видишь, что самолет взорвался? Может быть, просто их взорвало, и поэтому их не видно? И что? Ну и что камни какие-то, которые разбросало от взрыва? Лёх, это бесполезно, ты понимаешь? Мы найдем их, молчи, иди! Без проблем, хорошо, я пойду за тобой. Мы с тобой отправляемся вглубь джунглей. Мью испугался, а сейчас бьет меня в джунгли, в которых там тигры всякие, леопарды, слоны, там носороги, все его... Нас убьют, нас просто уничтожат. Вон, смотри, видишь? Да, я вижу, что пошел дождь, что я уже весь промок, и я вижу еще зебру. Больше я ничего не вижу. Что там такое? Что, где? Попугая вижу. Хорошо, что пока я только попугая и зебру вижу, а не змею, леопарда и всего прочего, про что я говорил. Ой, блин, ну я уже весь промок, куда ты меня ведешь? Не лучше вернуться обратно к нам в пещеру. Мы там хотя бы с тобой не промокнем. Что? Куда мы идем? Ой, Леха, блин. Я же говорил!